Вчера иду, и дали брошюрку такую про Тихановскую. Я ее смело взяла. Я просто посмотрела, что мы с Лукашенко живем неплохо. Вот, все-таки и деньги вовремя, и да не, дело не в деньгах. Просто что жизнь неплохая. Сама Белоруссия красивая, города красивые. Поэтому я только за Лукашенко с мужем своим. Я многодетная мама, и очень хорошая поддержка от государства. Мне кажется, при другом укладе я бы не смогла. Хотела бы сказать ему большое спасибо, что благодаря ему у нас с мужем две квартиры, и детки получают очень хорошее образование. Дочка окончила музыкальную школу, сейчас учится в гимназии, колледж искусств в Могилеве. Только чтобы мир был и чистое небо, чтобы мы спали спокойно. Молодежь, которая это не знает, что когда-то что-то вот такое было, сейчас лучше, что мы сейчас свободны.